все остались мы. Я и Андрей с Костромы, живых на нашем блокпосту среди акаций. Есть пулемет, есть автомат, есть свой подсольник без гранат. И где-то далеко, как бал, хрипит у рации. Нам батя в рацию кричит, всем действовать по плану считано. С Андрюхой все равно, что щит, что меч. Наш лексикон предельно прост, идет атака на блокпост. Нам не до планов, нам бы головы сберечь. Горящий скалах черный дым, орел спецназ непобедим. Хоть черным стал Андрюхин кровавый берет. И у него КПВК есть нотки в голосе не те. Как говорится, чем богат, другого нет. Я посчитал сквозь эту тьму примерно 41. А это пуля или плен одно из двух. И оба поняли хана, но тут очнулся старшина. И матом поднял наш почти упавший дух. Я слышу, он орёт сквозь дым. Сейчас мы так башню дадим, ядрёна сила, чтоб твою мать ебать. Вот этот крамовый берет, бесплатный пропуск на тот свет, за тех, с которых что захотят его сорвать. Потом все было как во сне, пришли ребята на броне, кругом свои и наша кончилась война. А мы сидим как дураки, спина к спине в руках штыки, акация, блокпост и тишина. И что-то говорит комбат, и мы смеемся не в попад, и материться как сапожник старшина. Мы были здесь и не сдались, но пятерых не дождались. Кого-то мать, кого-то дочь, кого жена. Я поднимаюсь во весь рост, заодно расстрелянный блокпост. И сам не верю, что я целый невредим. И белой краской на посту, чтоб было видно за версту, я написал: спецназ непобедим. И белой краской на посту, чтоб было видно за версту, я написал: спецназ непобедим. Вот эти аплодисменты мне, нашим ребятам, кто сейчас на передовой. Давайте их поаплодируем как следует. Мне повезло в моей жизни. Я побывал практически во всех горячих точках. Это и Чеченская республика, это и Босния. Ну, Сирия, конечно, много раз, неоднократно. И, конечно, Донбасс. За 8 лет, за 9 лет пребывания моего там несколько раз. И вот в последнее время я там был совсем недавно, прям почти на передовой. И хочу вам сказать только одно, что когда говорят, что у нас никчемная молодежь, я могу сказать одно, у нас лучшая молодежь в мире. Я говорю о наших вот этих ребятах. Они лучшие. И как один сержант мне сказал: маршал, передай там всем, то есть вам, что за эту страну и за нас всех мы порвем любого, как тузик грелку. И они рвут. Дай Бог им здоровья, чтоб вернулись домой живыми. И только с победой. А так и будет.